спасибо и дай Бог тебе здоровья. Благослови тебя. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы в Курске, несмотря на то, что несколько раз объявлялась воздушная тревога, мы работали, продолжаем работать. Я разгружал лично две машины. Мы привезли первое необходимое, и мы еще привезем с Божьей помощью. Надеюсь, что к этому моменту уже все наладится и будет мир в этом регионе.